Выездное совещание в рамках партийного часа состоялось в территориальном управлении Барвихинское. В нем приняли участие депутаты окружного совета от «Единой России», представители администрации, члены местного политсовета и первичных отделений, а также представители учреждений социального сектора и старосты поселений. Партийцы обсудили с присутствовавшим на встрече начальником территориального управления Александром Макаровым взаимодействие в рамках реализации партийных проектов, а также вопрос создания новых первичных отделений партии «Единая Россия». Редактор